Всем привет! Я Фарис Мамедов, дизайнер интерьеров. Сегодня у нас обзор строящегося объекта. Это один из моих авторских проектов, который сейчас находится на этапе чистовой отделки. И на его примере я расскажу вам о лайфхаках, которые использую в своей рабочей практике, о способах сэкономить и нюансах, которые стоят особого пристального внимания во время ремонтного процесса. Смотрите видео до конца и не переключайтесь, будет полезно и интересно. Эта квартира площадью 46 квадратных метров. Здесь у нас уже сейчас завершена отделка, ну, практически чистовая, хотя еще она требует доработок. Например, не очень качественно прокрашены некоторые стены, вот вы видите эти разводы. Это все будут наши рабочие потом устранять и доводить до идеала. Что у нас здесь мы имеем? Единое пространство – это кухня-гостиная. Чтобы сэкономить, мы сначала выбрали цвета, да, сделали выкрасы, но не заказывали краску в полном объеме хорошую, ну, краска здесь дюлюкс, моющаяся. Мы сначала заказали такой же цвет, заколеровали краску обычную, типа Алина, и прошлись первым слоем для того, чтобы немножко выровнять, как бы, ну, чисто по цвету, да. А уже после, вторым слоем и третьим, мы прошлись краской Dulux. Вот здесь, в зоне фартука, это тот же цвет по каталогу, но уже краска моющаяся, ультрамоющаяся, прорезиненная, Dulux для санузлов и кухонь. То есть у нас здесь не будет фартука из керамогранита или камня искусственного, но покрашено все. Вот здесь этот короб мы не стали полностью сшивать, чтобы немножко выиграть пару сантиметров. Мы не могли никак ничего здесь сделать, перенести, и выдвигать вперед сильно холодильник нам не хотелось, поэтому мы немножечко выиграли вот эти пару сантиметров за счет того, что мы не зашивали короб. Здесь станет настроена мебель под потолок, будет скрытый холодильник, фасадами все это закроется, ну и таким образом мы немножечко экономим место. Розетку под холодильник мы вывели вот сюда, она у нас будет внутри. Что еще нужно учесть? Ну, как бы сразу показываю какие-то особенности. Здесь у нас будет стоять посудомоечная машина. Но вот эти трубы, опять-таки, мы утопить не можем в стену, потому что это стена подъездная. Мы поэтому их введем вот так вот снаружи, но увеличиваем немножко глубину столешницы. Тем самым мы уменьшаем вот здесь перепад вот этой глубины, да, меньше у нас будет выступ. И здесь мы увеличиваем рабочее пространство где-то сантиметров на 7-10. Тем самым появляется у нас место для хранения чайников, тостеров и так далее. Да? То есть это не занимает именно вот эту зону, прямую рабочую зону. У нас выводы под все необходимые розетки, под вытяжку мы убрали внутри под потолок, чтобы не занимать место в антресолях. Свет у нас здесь спот и майтони, все очень хорошие, красивые, нейтральный обязательно свет, ни в коем случае не холодный, для того, чтобы было комфортно все здесь делать. Также мы еще ждем пока развеску декоративных светильников, чуть позже это все будет. Обращаю ваше внимание, что плинтуса мы ставить будем после установки корпусной мебели. То есть по тем стенам, где мебели никакой нет, плинтуса уже стоят. Но вот здесь, например, у нас будет мебель встраиваться, поэтому плинтус мы до конца еще не довели, и после того, как мебель установится, мы установим окончательно плинтус. Также и по этой стене. Здесь у нас будет диван, также встроенная мебель, барная стойка. Пока все вот так, после мы все это доделаем. И то же самое с галтелями. Если они есть, потому что очень часто сейчас их не делают, но если они есть, мы их не доводим до конца, оставляем чуть-чуть зазор, а потом уже, когда мебельщик установит, все это оформится уже окончательно. Подоконники мы заменили на искусственный камень. Подоконник у нас, видите, выступает у него больше выступ от самой этой оконного проема, и чтобы он был более устойчивый, ну и чтобы закрыть радиатор от застройщика, который мы решили оставить, мы здесь сделаем экран, и у нас будет здесь лавка, поэтому все это будет красиво закрыто, и также будет дополнительная опора для подоконника. Из такого же камня у нас будет столешница кухонного гарнитура. Кухню, к слову, установят уже со дня на день. Еще момент, который хочу отметить, на чем можно сэкономить, например, на розетках. У нас здесь розетки Schneider, серия Unica, достаточно небюджетный вариант, но был выбор обусловлен технологическими потребностями. Но чтобы немножечко сэкономить, я принял решение в нижней части, везде, где скрытые розетки технические, установить самые простые бюджетные варианты. Здесь нам не нужен какой-то красивый цвет, дизайн. Это только для того, чтобы включить там посудомойку, какую-то другую технику, фильтр. И этого вполне здесь
Достаточно. Решили выделить проем, мы покрасили его внутри в контрастный черный цвет, и получилось очень симпатично, мне кажется. На полу, кстати, у нас кварц-винил, очень хороший кварц-винил, хорошего качества. Вы сейчас на экране видите название, бренд, цвет дуб-корица. За качество хотелось здесь именно темный пол, хотели изначально даже использовать паркет, но именно с точки зрения характеристик эксплуатационных выбрали кварц-винил все-таки, не по цене, потому что цена у этого кварц-винила примерно, ну, как у паркетной доски, плюс-минус среднего сегмента. Вот, на всю квартиру вышло где-то в районе 1 000 000 тенге вот этот вот кварц-винил. Здесь прихожая, как я уже говорил, мы ее немножечко увеличили, она раньше кончалась буквально вот здесь, да, то есть вот прям возле этого проема начинался проем дверной в спальню. Мы ее увеличили, чтобы разместить полноценную систему хранения для гардероба. Здесь интересное решение, мы сделали вот такую вот нишу, да, то есть мы утопили буквально на сантиметр-полтора вот так вот стену сюда, для того, чтобы шкаф встал прям вровень с ней. И когда мы заходим в квартиру, мы не видели вот этой вот щели, да, между шкафом и стеной. Он сюда станет как встроенный, и все будет чики-пуки. Поскольку прихожая у нас небольшая, и здесь сразу три двери и еще проем в гостиную, я принял решение установить в санузел две скрытого монтажа. Мы выкрасили его в такой же цвет, как и цвет стен. Такая яркая, свежая терракота. Камера, конечно, не передает полноценно этот цвет. В чем плюс? Их легко перекрасить при необходимости, они стильно смотрятся и не создают ощущения коробки с кучей дверей. Важно здесь правильно оформить плинтус, чтобы ничего не мешало никак. Ну, конечно, здесь у нас по как бы, концепции плинтус был нужен. Если бы интерьер был такой более минималистичный, современный, можно было вообще обойтись скрытым плинтусом и его не делать, потому что у двери нет никакой обналички. А уже в спальню мы выбрали классическую белую дверь. Французская такая раскладка с филенками, со стеклом. И смотрится это очень красиво и хорошо, на мой взгляд. Высота полотен здесь увеличенная, 2,20. Давайте пройдем в санузел, быстренько покажу, что у нас здесь есть. У нас здесь есть вот такая симпатичная подсветка, но мы можем включить и основное освещение. Подсветка у нас включается вот здесь. На стенах у нас плитка керамомарацци Монпарнас. И на полу плиточка, мы купили ее на рынке под террасу. Стены мы покрасили краской такой нежно-нежно-розовой, тоже дюлукс, но уже для ванн и кухонь моющаяся. Здесь у нас появится шкаф до потолка с нишей, и все будет очень хорошо. Вся у нас сантехника черного цвета, и унитаз, и все смесители. Здесь появится мойка. Что мы сделали вот с люком, да? Не хотелось здесь делать никакого люк-скрытого монтажа. Мы приняли решение не закрывать вот эту вот часть в зоне тумбы. И когда нужно будет что-то сделать, какие-то манипуляции вот там вот с этими всеми трубами, то можно просто открыть дверцы ящика, и вот здесь будет такое пространство, что можно будет все это там сделать. Вот такая спальня. Здесь, уже, как я говорил, мы немножко изменили площадь, уменьшили площадь спальни, но зато она стала более функциональной. Мы цвет стен основной оставили такой же, как и в гостиной. Он у нас везде один. Но добавили сюда акцентную стену, обои Rush. Убрали подоконный блок, чтобы добавить вот такую перегородку витражную. Поставили радиатор большой, черный, металлический. Смотрите, плинтус мы сделали здесь вот таким образом. По светлой стене у нас идет цвет стены такой, а где у нас акцентная стена, он у нас выкрашен в черный цвет. Здесь будет стоять также черная кровать, кованая, и все будет так вот хорошо играть. Это у нас торшер, брашка будет висеть в гостиной. Здесь у нас выводы под телевизор, но заказчица не смотрит телевизор, их не будет. У нас здесь будут висеть картины, но мы сделали их на случай продажи, чтобы будущие жильцы могли сюда установить ТВ и пользоваться и радоваться жизни. Вот такая у нас лоджия, мы ее присоединили, утеплили, добавили вот такие витражи сюда, здесь будет у нас рабочее место, ну и установили наверх трековый светильник, а это художество наших рабочих. Вот. А что мы сделали здесь, например, для встроенного шкафа? Во-первых, мы сделали подсветку, чтобы когда открываешь дверь, там был свой свет, и было видно, какое платье ты будешь сегодня надевать, какую возьмешь юбку, блузку или украшение. И мы опустили потолок немножечко для того, чтобы создать ощущение встроенного шкафа, да, то есть он прям к этой нише подойдет вплотную, и не будет никаких лишних зазоров, все будет очень хорошо и красиво.
К сожалению, из-за того, что вот эта стена у нас несущая, мы не смогли сюда утопить щиток, и сюда мы не можем его утопить, поэтому он получился таким объемным, вот, но позже мы его задекорируем и спрячем, скроем от глаз. Уже совсем скоро эта квартира наполнится мебелью, декором, текстилем, дополнительным освещением. И я, конечно же, обязательно покажу вам, что у нас получилось в итоге. Это удивительное чувство, когда твои идеи, которые зарождаются в голове, вдруг превращаются в реальность. Я надеюсь, что это видео и вообще, в принципе, такие видео, экспресс-обзоры ремонтов моих проектов для вас оказываются полезными и интересными. Я всегда готов ответить на любые ваши вопросы, дать совет, поделиться своим мнением, поэтому пишите их комментарии, либо переходите в Инстаграм, пишите сообщения мне в Директ, в личные сообщения, я тоже всегда отвечаю, стараюсь помогать и подсказывать. Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, ну и до скорых встреч на FM Live. Пока-пока.